Йей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Серега и Чумной Доктор. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас 5 ночей с Кэнди. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Карта новая, будем вам показывать. Серега у нас будет аниматроника. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Так, что у нас тут? Кстати, прикольные картинки, да, висят? Смотри. Да, это Кэнди, да? Котята, ну да, какие-то, кошки, ну, вроде как, да, Кэнди. Ну, во, а здесь какой-то прикольный Кэнди, смотри. Так, карта... На мартыху похож какой-то, смотри. Я там что-то вижу. А, я вижу, ну, туда полететь нельзя. Классно сделал разработчик. А, это отражение, Димас. Ну да, я когда ж человек повелся умный. Во. Стоят, стоят, красавчики. Кэнди находится здесь. Аниматроники даже сюда прибрались уже, а? Ну... Так, кто у нас на сцене? Никого, тут Фокси должен быть, а Фокси нету. Во, прикольно, Дима, здесь эндоскелет. Это типа кладовка, прикольно. Плюс прикольно. Штраф. Это даже не кладовка, а мастерская, может? Прыгай, прыгай по мне тут. Не? Да, угу. Ну я бы с удовольствием, просто там еще один челик, надо всем прыгать по башкам уже. Зайдем, посмотрим. Так. Да, это мастерская наполовину. Блин, ну не знаю, карта новая. Ребята, напишите в комментариях, как вам карта. Карта, ну, реально, ну карта. Ни разу мы не записывали. Да. Свежак, 2016 год. Свежачок. Ну, свежачок, да. Для так, нас, в да. Общем, у нас двери-то есть, чем закрываться. Так, я два посмотрим, что... Опа, в дверях даже ока нету. Как мы будем знать? А вот эта штука не открывается, металлическая? А давай попробуем ее удалить. Нет, эта штука не удаляется. Электроник. Так, закрывай. Там... Уа, уже ночь началась, Серега. Все, мы поняли. Так, а можно, знаешь, что, РТ-камеру поставить? Да, кстати, я видел, по карте вообще очень много камер. Чего их нельзя клацать? Ну, правильно. Ну, давай, Диманчик, поставь туда пару РТ-шек. Че, как они называются? Давай. Так, кто-то... Диманчик. Сейчас я тут выбираю телевизор. Давай, новый телевизор. Да, все нормально. Ой, тут убираем. Слышишь? Слышал. Че ты мычишь? Мычалка. Ушел. Хватит ты этим заниматься. О, смотри, я его зубы вижу красивые. Сразу видно, чистит. Чем ты там чистишь? Короче, зубной пастой какой-то крутой. Какой-то углем. Отбеливающий. Так, ничего не жмется, ну. Хотя бы какие-то кнопки. О, Димончикс, красавчикс. Давайте сюда прям. Так вот так, пойдет. Видишь, у телек у тебя классный. Обзор 180 градусов, молодец, Димон. Хороший лотелли купил. Да, вообще. Слышишь? Отлично, сейчас. Ты кто там? Впихнем, смотри. Че ты тут ходишь без спросу? Уйди отсюда. Так, кто там шипит? А, я знаю, это кому можно в глаза посветить, и он типа испугается. Да, это этот Фокси. С этой стороны камерку поставлю, отойди. Давай. О, идет! А я иду, иду Димона убивать! Да нет, Димона, не Димаса. Другую дверь открывать. Нет! Да почему? Что он у вас сделал? Ах ты жирный! Я думал, я сбегу. Так тебе и надо, зажало тебе в дверях. Очень хитрый. Хитрый жук-паук. Так вроде ходил и зашел. Это шкатулка. Открывайте хату, быстрее. Это ты там щемишься? Да. Так кто-то жмет дверь вместе со мной. Хай. Это закрывай. Смотрите, теперь у меня две камеры, видите? Раз, два, раз, два. Раз, сели, встали. Балунбой, улыбнись, тебе идет. Hello. Мы тебя видим в камерке. Так, а кто дверь... Тихо, он сейчас зайдет. Не открывай. Так, не уходит, уходит. А нет. А то нас укусит. Что ты в шары там свои пхаешь? Вы выключаете электричество. Так, я шкатулку слышу, теленькает. Оп, смотри, эту дверь закрыли. О, давай вообще позакрываем двери. Я тоже так там закрыл. Мы эти закрыли. О, Димон, давай как в той серии я сделаю сейчас, стой. Как? А я не буду говорить специально. Я тебя понял. Так, вот, давай, Димас, пока у нас есть время. Красавчик и? Ты? Да, пойдем. Да, Сережка! Закрывай двери. Да, блин, мина сработала, меня убила, я испугался. Это Вильям Афтон пришел. Ну, тебя... Вильям, он жрет мой труп, бейте его. Нет! Блин, новые ноги, на, мочи. Смотри, хотел забежать. Не открывай. Какую тебе пиццу там за окном? Кто голос такой прикольный? Кто-то озвучивал, молодец. Это я. Это ты? Эй! Блин!
Так он у вас в каморке сидит? Нет, он ушел. Открывайте дверь тогда, что вы открываем. Закрыли тут. Вот видите, я что делаю тут, смотрите. Так, Миш, мины ложишь. Когда мины ложатся, как будто я пепси открываю. Да. Такой звук газировки открываю, короче. Так, Димон. А, пришел, закрывайтесь. Он приперся. Смотрим камеру, смотрим, смотрим. Так, так, так. Смотрим. Ты там ничего себе, ты себе там сделал. Нормально, да, я его там устроил. Боится, засал, засал. Через другую сторону Димон пошел. Включай с той стороны камеры. Прожигают человека напополам. Да не, там такой взрыв будет, что и мы еще умрем. Да а ну, Дима, с правой стороны, клацни камеру. Давай. Во-во-во, ну давай тут посмотрим. Не, у тебя поярче будет, у меня так просто чисто поржать. О, опять идет. Че, мало что ли тебе? Ну-ка давай. Думай, думает. Ого, надумал. Прям жахло. Че, ему ничего нету? Че, крепкий сильно мужик? Ноги крепкие, да. Пацаны, я вспомнил. Смотри, смотри, глазища какие. Давай, кидай, кидай, кидай. Туда, давай, я тебе помогу. Там у меня больше нет бомб, я готов взорвать их, когда он будет там. Он идет через эту сторону, наверное. Так, 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 не, нет. Не. Опять через эту. Мы камеру-то смотрим, Серега. Серега, аниматроник, мы камеру смотрим. Классно, что можно камеру, да, ставить? Конечно, да. Конечно, да. Ух! Блин, что-то я думаю, что моя штука... Ой, просрала. Так, не стучи в двери. Двери очень крепкие. Я пошутил. Не надо так делать. Я знаешь, что хотел? Его дверью прихлопнуть. Он, давай сейчас уйдет, я пожертвую с собой. Дима, давай попробуй меня в двери убить. На, ПГшку его. А ну-ка, прихлопни меня. Ай. Ой. На, по башке тебе. Она срабатывает, когда на башке касается сразу. На гранату. У меня кепка волшебная, охранника. Короче, давайте я вам гранату кидаю. Давай. Давай, Димончик. Он у нас в хате. Какие хаты? У нас здесь... Да нету его у нас, я бы фонариком его увидел. Нет, он орёт здесь на дверь нашу. А, он пришел. Какашкой кидаю с него. На. На тебе, говняшкой по жопе. Блин. Спалил меня, засранец такой. Ладно, у меня есть электричество. Сейчас тебя на электрический стул поставим. Ой, уходи! Ой, я гранату кинул, пацаны! Спасибо. Блин, ума нету! Нормально. Чё ты ржёшь? Уходи! Уходи, уходи, уходи! Блин, по голове кому-то дал гранаты. О, как ты нормально ты мне снёс, ты хпшка. Неплохо, неплохо. Давай проверим, что там на улице. Я возле тачки здесь тусуюсь, лети ко мне. Давай, давай, давай. Вот охранник со мной берет дубинку, короче. Машина какая-то поцарапанная, прям когти на капоте. Это пасхалка, по-любому. Ручки открываются. Да когда я меня-то увидел? Так, там какая-то штука, я ухожу. Электричество, нет! Ребята, если вы хотите, чтобы на этой карте записали мы прятки, пишите плюсик, или мы хотим. И ставьте лайк. Так, у меня есть... Стреляй по нему! Мочи! Сейчас я на железо перепилю, понял? Пили, пили! На железо его. На металлолом. Дадим тебе. Ладно, металл из тебя не очень, конечно, никудышный. Сейчас я приду. Мы сейчас тебя попугая запустим, хочешь? О, Димас, ты с атомной бомбой, да? Нет, пошел? Нет, нет. Марионетка! Попугай, попугай, пошел, попугай, давай за родину. Родину попугайскую. Он с другой стороны пошел. Так, я разозлился очень сильно. Как бы так стрелять, чтобы живым остаться, а? Вот, супер базуку надо делать. Так. Вот ты засранец, чтобы живым остаться, а вы что тут нашли? Вот. Неплохо мне влепили. Атомная бомба. Я живой! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Кэт Макс и Яблочко. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Все просили, чтобы мы с Димоном были охранниками. Димон еще взял Венома. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Всем привет. Ну что, Димон, раз ты Веном, значит, у тебя есть какие-то суперспособности, и ты будешь лучше охранять, чем я, обычный челик. Я просто буду дубасить палкой это. Да не, у тебя же способности, ты кушать можешь, им головы, кстати, можешь откусывать. А, ну да, могу фокашку без... Вот, я лысый.
Я лысый. Знаешь, где у тебя этот визор находится? На твоей лысине. Я вижу. Включи камеру. Да я вижу, я взял меч, я ж вижу от третьего лица. Пошел отсюда. Да уходи, подожди, мы еще не начали, стопы. Аниматроники какие-то сегодня злые. Мы их просто не кормили давно. Вот, смотри, включай фонарик. Видишь? Он боится, и глаза ему слепит. И он убежал. Надо клацать фонариком, чтобы это убегало. А, клацать, все. Прощай, Дима. Я не хотел, я думал, ты выбежал. Самого могущественного Венома убил каким-то... Ты когда-нибудь возрождаешься, и тут кто-то стоит, он умирает. Пошел отсюда. Уходи, вонючий. Уходи, закрой. Димон, тут кто-то насрал на стену нам. Кто это сделал? Вонючий такой. Я списал. Так, смотри, у него одну оторвали, отпустили, а вторую оставили. Яблоко лезет. И назад пошел, задним ходом пошел. А, опять пришел. Ой, мочи его светом. Светофор, блин. Так, все. Так, все нормально. Слышишь, кто-то мне ломает нам стену. А, это Фокси пришел, ломает. Бежал. О, Лефти идет, Дима, с пиццерию, смотри. А я иду убивать. Димона Покемона и Димас ТВ. А всем. А я не знаю, что я так сказал. Давай, клацай, смотри, где они там находятся. Волчара. Волчара, свети фонариком в лицо ему. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от Венома уйду. Уходи. Новая современная сказка на наш лад. Плюштрап пришел. Смотри, какой волчара. А, он не может пролезть. В смысле не может, он уже у нас. Да не, у него пятки там. Я угораю, блин. Димон, открывай калитки. Ой, смотри, какой красавчик, заходи. О, чилипиздрик. Смотри, какой красивый. О, он же возле окна стоит, он резко не нападает. Фига резко не нападает, он уже напал. А он фонарик не боится мой, не? Ну нафиг, отвали. Глаз нету. Я боюсь. Ну какой у нас плюшевый как раз. А что он тут чудит, челик? Прикольный. Фиолетовая штука. Может его сожрать, Димас, а? Я не знаю. А есть мод такой для Венома, который жрет всех? Убежал. Есть, Димас, не знаешь такого мода? Есть, может и есть. Надо смотреть, Димон. Гаррис мод — это такая игра, что моды выходят каждый день очень крутые. Просто бомбейские. Смотри, Димас, мы сейчас новую дверь поставим. На, фонарик включить надо было, ты фонарик не включил. Видишь, ему глаза слепит. Не включил фонарик. О. У нас, ребята, доработка, мы в Fortnite. О, пусть ломают их. Они не ломаются, что ли? Ломаются. Придавил калиткой. Смотри, нога торчит у него. Тихо, придавило. О, этого раненого убираем. Погнали. Иди отсюда, старик. Иди. Аниматроник, пердон. Слепит. Ушел. Это я его закрыл. Блин, какая-то ночь такая жесткая. Пошел отсюда. Димон, ставь двери. О, и здесь давай. Эй, вы меня прижали. Сюрприз. О! Закрывай двери, блин! Ай, блин! Съели, да. Нас яблоко замочил. Ой, надо свет, Димас, обратно поставить. У нас свет пропал. Ставь. Так. О, Димас, смотри, что у меня есть. Все, я в домике. Ребята, это угар, я такого еще ни разу не видел. Че, Димас, смешно выгляжу? Димас. Да, надо заскриншотить и скинуть на стенку в стиме. А, ну давай. Ты на ролике видишь, поугараешь хоть. Надо, короче, будет это сделать на превью. Балун бой! Иди отсюда. Выходи отсюда, толстожопый пузатик. Карлик. Там кто-то трется, Димон, смотри.
Ого, у него блиндомет сразу видно. Это он ультрафиолетом подсвечивает зубы себе. Красава, Элла. Это, кстати, зубы не... Димон, посмотри, кто... Пошел. Смотри, я бошку придавил, мангл. Блин, жестко меня напугали. Ну, кстати, этот, энергия немножко читерская, она еще под стол уходит. Ну, так у нас этот, энерджайзер, новые аккумуляторы. Это батарейки два раза дольше работают, да? Диман, мы можем резко побежать и включить. Да вали отсюда! Диман, ты как хочешь, а я это, тоже не хочу. Блин, что делать? Все, Димас. Что делать? Закрывай! Фонарик! А, кого? Чего? Фонарик! Все, меня не видите, они меня не видят, Димас, я в домике. Фу, жесть, они нападают. Так как это в домике, Веном такой кабан накачанный и маску эту одел. Это аниматроник я, новый. А вы по камерам смотрите? Пацаны, я его захватил, заложники взял. Давай камеры попереключаем. Так, давай посмотрим. Чем смотреть-то будем? Батарейка садится, ну нафиг. Но мы сейчас живем. Спайдер-мод, Димас, у меня есть спайдер-мид. Отойди. А ну, плюй им в глаза. Хап-чу! Он ушел, убил его, Димас, походу. Он умер, смотри, его нету там. Он не невидимый? А, Димон, что ж ты дверь-то закрыл? Открывай другую сторону. Есть! Ха-ха-ха, обманули, класс. Ребята, получилось. На 4 кулака. Димас, сколько тебе лет? Мне 5. А, все сходится. А, бежит, сплинтер. Закрывай. Сплинтер. Сплинтер цел. А его надо пустить и закрыть потом двери, Димон, он умирает. Не-не-не, не получается. Ох ты, лобухин. Плююсь, в глаза плюнул. Хорошо, мы тебя подавались. Все способности Венова, так это плевать в глаза. Офигенно. Так, Димас, что будем делать? Кексы есть будем? Будем. На постер смотреть будем? Димас, что ты все? Кто закрывает? Кто нам дверь открывает? Чепуха какая-то у нас завелась, Димас. Что такое? Пиццерию нам кто-то пусть в хату поселился. Бенди! Я ж голос потерял. Блин, ребята. Открываем на стол. Ставьте лайк за хорошее настроение. Ну и за классную ночь. Похаваем. Такую птицу съедим, Диман. Да? Я живую птицу не ем. Так я веном, я все ем. А, ешь. Для тебя это, мне кажется, просто семечки. Кто-то ржет. Слышишь? Чепуха. Да, слышу. Димон, сейчас батарея скоро сядет. Скример. Меня похавал скример, Димас. Поднимите. Ну пока все неплохо. Довольно-таки. А че их телевизор не работает? Потому что. Потому да отвали! Не, я не успел делать. Ой. Меня может. О, Димас, у нас батарея восстановилась. Угадай, кто это сделал. Я успел! Они меня убили, но я успел. Успел зарядиться, а сейчас взорвет. А ну отсюда, кыш. Нам дверь открывать, чепуха. Ого, ребята, если вы хотите, чтобы мы сделали обзор на эту базуку, пишите в комментариях. Мы хотим, и мы сделаем. Видишь, прям на... Дорогие друзья, с вами Дима, Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы с подписчиками играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Карта у нас FNAF 3. Мы с Серегой будем охранниками, а подписчики нас будут пугать. Серега, мы 1000 лет с тобой не выживали вместе. Мы обычно играем друг против друга и троллим. Сегодня мы будем троллить немножечко подписчиков. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем метать ножи в стену. Да, Серега, классно же? Да. Я по аниматроникам кидаю. А, ты тренируешься, чтобы сдалека прям в голову. Видишь, вперед, мимо? Я пока я за тобой сразу. Так, мы здесь поставили двери. Очень классные двери. Немножечко ловушек. Немножечко ловушек. А где ты их там поставил? О, я слышу, это уже значит пошло действие. Так, давай двери откроем. Давай. Слышишь? Опа, вон. А я иду. Охранников мочить. Настроение, ребята, как всегда классно. Надеюсь, вы поддержите лайкосиком. И подпишитесь на канал, ролики выходят каждый день.
А мы, Серега, что-то не можем их как-то убить. Надо нам придумать, как через закон наносить им дамаг. Например, подсрачник не работает, да? Да. Я вообще застрял. У нас вообще нет подсрачника. Я его не скачал. Ты его удалил. Ну, посрач! Эй! 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 Там мы двери все жмем подряд. Ты и я. Класс. Отвали! Серега, пошли отсюда. Мне он уже не нравится. Ладно, 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 валю. Прикольно этот проволочный челик. Так, 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 так. Они там топотят, я слышу. Мы немножечко сюда сходим. Слышите эти звуки шипения какие-то? Слышим. Это разговаривает, да, аниматроник? Да. Блин, надо какой-то придумать им западло сделать. Я слышу его. Так, так, так. Здесь мы не пройдем. А! Кто это взрыв делал классный? Это тоже, моя. Я тоже хочу. Сработало на какого-то дурачка. Да. Так, Серега, я вижу, ты наставил там лазеров мощных. Вот, смотри, два засранца. Я вижу. На. Я успел гранату кинуть. На тебе, жопса. Ты не пройдешь. Ты не пройдешь. Я могу его админским пистолетом убить, но не буду. Не надо. Рано еще их мочить. Они очень добрые, кстати. Они просто изучают территорию. Не успел. У нас даже калитка скрипит. Димас, отойди подальше, я пердежную гранату кину. На, там твои ловушки срабатывают. Да. Так, я слышу, кто-то топотит опять. Двери у нас такие немножко стрёмные, но видно все. Че ты пролазишь сквозь стену? Красноглазый. Отходи, Димас. Кидай. О, отлично. Наша дверь отравленная, вы теперь не пройдете. Не убивай, да что ж такое? Не могу, не могу. А, это текстурка двери, я даже не могу простреливать. А, простреливается. Серега, я могу тут сквозь щель мочить. О. Дробаш? Да, я что-то возьму мощное. Это не дробаш, это снайперская винтовка. Я случайно взял, извините. Димас, ты сейчас всех убьёшь. Да, не, не. Пристрелил в голову, красиво. Ай. Я что-то упал, Димас. Знаешь что, ты стоял на месте спауна. Я знаю. Может, давай тут поставим, чтобы мы не умирали друг в друге? Так. Сейчас мы сделаем все по красоте. Тебя опять убить? Я сейчас тебя замочу. Они с двух сторон решили нападать. Ого, звук такой прикольный. А с чего ты стреляешь? Снайперских винтов. На, ай, Димас! Это я тебя убил на расстоянии, шо ли? Вот, блин. Ай, опять я... Все, Серега, я его больше брать не буду. Так, давайте в другое возьмем мощное оружие. Вот, например, вот это. Так, 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 заряжаемся. Или давайте, может, вот это возьмем. Сейчас разозлись. Давай, давай, мочи, мочи, Серега. Ты разозлился! Не позорь мои трусы. Такой звук прикольный выстрела, когда в вентиляции стреляешь. Не успело. Я тебя увидело. Ты не пройдешь. Так, давайте еще возьмем какое-то мощное оружие. Слышишь, этот звук какой-то прикольный? Серега, отойди, я вентиляцию... О, это черное очко, Дебас. А мы не умрем, да? Возможно. О, открой вентиляцию и стрельну, чтобы дальше она полетела. Да почему она стрельнула здесь? Да, тебя не убил, зато меня убил. А, у меня было 1000 жизней из-за того оружия. 10 000, скорее всего. Так, 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 я слышу какие-то звуки стрёмные. Так, слышишь, фонтан Фредди, пошел отсюда.
А не то я тебе черным очком жахну. Серега, прости. Блин, тоже не буду черное очко. Ладно, ладно. Буду белое очко. Нет, этот пистолет тоже сильно имбовый. О, давайте вот этот возьмем. Замораживающие пули. Ой, Серега, я сейчас нас заморожу. Ой, я его заморозил. Блин, не простреливается окно никак. Я вижу его. Твоя тень здесь. Эннард, отвали. Димас, отходи. Я иду туда. Давай. О, щекоталка. Есть, я закрыть успел. Отлично. Ой, блин, Серега промахнулся. Обстоятельства, бывает. Мы и так долго продержались. Ныкаемся от них. Эй, ты чё на него нападаешь? Его мочишь. Да я его замочу. Блин, дверь не в тему наша работает. Ах. Ого! И ушел. Запоносил нашу дверь и свалил. Давай. Испортить настроение. Опа, опа, идет с гитарой. И чё? Прикольно, давай, давай, лупи, лупи, лупи. Ты сможешь. Прикольно, да, лупит? Давай, давай. Наваливай, наваливай. Опа, и Фредди пришел танцевать. Прикольная музычка играет, конечно же. Смотрите, что он чудит. Чудит и руки поднимает. И Фредди танцует. Блин, никак их не убить. Нет, это не то. Серега, извини. Обстоятельства. Обстоятельства. У меня всего 11 жизней осталось. Так, другую песню, да, ты запел нам? Давай. О, вот что их может остановить. Серега? Ну вот это мы наваливаем. А, жопса. Какой умный человек поставил дверь, как я, например. Давай, Серега, я его сдерживаю. Ничего-то не хватило мне. Серега, ну... Какую-то гнилую музыку играет. Ого, вы мочите. Не, все, ребята, до свидания. Будка закрыта. Нам дайте немножко праздника отдохнуть. Праздника не будет. Да. Ого. Нет, Димас, это перебор. Не, она ничего не сделает. Нам хана, Димас. Нет, мы живые с тобой останемся. Живые? А чего они их не убили хотя бы? Ты да. Не тут убиваешь, давай я тебе покажу, какую надо. Вот это вот надо, Серега. Вот это она меня в морду вписала. Бу, вот это, да? Видишь, мы все умерли четко. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега. Как всегда, отличное настроение, пацанчики, поздравайтесь. Всем приветик. Всем привет. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 3. Серега взял роль аниматроника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем. Серега, у нас сегодня очень сложная ночь. Ты должен показать и доказать, что она сложная. Ну и при том интересная. Да. Ставьте лайкосики. А Димон сейчас будет делать бабушкины калитки. Все просили. Или не бабушкины, просто ворота. Как там? Так. Так. Я хочу как Ламборгини, понял, Димас, дверь открывается. О, так это, короче, ты уже прогрессируешь, я вижу. Так, ну, знаешь, как прогрессирую? Не совсем. Не совсем, понял. У меня будет Ламборгини немножечко по-другому. Кто там? Я уже слышу, да, там уже Серега. Он уже, короче, это что-то там полы трёт. Странные звуки, но мне нравятся. Халло, мужик. Пока Серега еще нет, не совсем успеваю тут. Серега, подожди, мы резинки натягиваем от трусов. Не да, спеши. Вот. Это только начало. Так.
Так вы сами сказали, сложно. Так калитки не готовы. Да, я тут не могу найти, где тут веревки, блин. Вот они. Нашел. Такс. О, ты так прям решил? Ну ничего себе, это как хлопушка какая-то получится. Оно нас не будет убивать? Нас? Ну я не знаю, возможно будет, а возможно не будет. О, идет, смотри. Закрывай. Ой, блин, Димон, какая-то дверь, ну мне нравится. Непривычно. Не бросай, не бросай. Так, что ты хочешь? Что тебе надо у меня дома? Так, подожди, давай с этой стороны. Так, с этой стороны нормально работает. Серега, а ну попробуй, толкается, не? Прям как-то вижу... Ну, нервничаешь. 50 тысяч поставил. А чё, батарея холодно? Отопление, ребята. А, нет, 5 тысяч, Серега. Если ты сильный на 5 тысяч, то нормально. Тяга, короче, 5 тысяч лошадиных сил. Да. Ты чё делаешь у нас тут? А, как ты читер? Там ещё калитки не зарубили. Подожди, читерюга, уходи отсюда. Дай его отпинаем, Димас. Пошёл отсюда. Ах ты щенок. Пошёл, давай, топчи его. А, в землю сама. Всё, есть. Ушел в небытие. Не попал по себе, не? Да пару посрочей прописал. Не, ни разу. Ни разу, да. Ни разу не прописал посрочей. Так. Ого. Ой. Подожди. Что-то у меня камера криво стала. О, нормально, Димас, как тебе? Нормально. О, Мишка идет. О, вот так вот. Застрял. Ну че ты? Короче, ты уже не такой, как раньше, уже постарел. Старый анимат. Ой-ой-ой. Димончик, твоя калитка меня сейчас хочет не пускать. Ну че ты сделаешь теперь? Ой. Ой. Ну а тебе по башке. Ну все, не пройти и не проехать. Димон. Ну реально не могу, я даже держался. Ну это реально такое говнище. Ну мне нравится, прикольно по-своему. Ну, бабушкина калитка, все просили, готово. Да. Все шипит, все работает. Балунвэй пришел. Такое чувство, как будто мы сейчас на кухне готовим борщ. Варим. Все сходится. Аниматроников. Так, подожди, балбой, куда полез? Да-да-да, не вижу никого. Ползать сюда. Опа, она так у тебя нежно... Прикольно. Ну, Димон, это как... Я говорю, что мы не сможем пройти. А, не, можем, можем. Натяжка резинок пойдет, все четко сработает. Марионетка, закрывай! Опа, есть. Как она башкой ударилась. Че ты? Как калитка лоурайдерская такая еще подскакивает. Как она мне через ворота это сделала? Вот как ты сделал. Я тут спрячусь пока что. Пока ты будешь возрождаться. Ну как? О, звук диджея калитки. Ага. Так. Она ломает, ты видишь? Со всей силы, да. С разгона. Не получается. Не подходи там. Серега, какой-то легкий у тебя этот аниматроник не может разломать. Ах ты! Мочи его! А не, не надо было, ну ладно. Нормально. Пойдет. Неожиданно что? А что у меня горящая калитка? Это калитка с препятствиями? Чик. Это калитка со всеми препятствиями. А что она застыла? А, не, нормально все. Нормально все? Ну, вроде бы. Ну, она такая немножко шальная. Слышу, Серега пищит там где-то. Вижу, вижу! Я его фонариком подсвечу. Идет, идет, идет. Ай, Димон, да что ж она так больно бьет, а? Я не знаю. Смотри, она сейчас будет еще скакать тут. Нормально, я ее поддержу. Опа! Есть! Лысый, башкой своей. А че я лысая башка? Я не знаю. А ну-ка, стой. Лысый, лысый ты. А ты... А, сзади. Блин, я пока оружие листал, у меня убил. Да, сзади нас обошли. Серега, если я разозлюсь, я тебя буду мочить. Давай. А, так я еще не разозлился. Мы тебя будем мочить конкретно. Мочить мачете будем тебя. Мы тебя обоссым. Точно, лысая башка. Так, ну чё, Дефас, ты тут умеешь? Да могу прыгать, могу а ходить. Я умею держать. Могу бегать. Калитку. Ай-яй-яй, а ну стой. Разваливается. Чик. Смотри. А ну нажми ускорение, откинет оно меня назад, а ну. Откидут, ну смотри, 5000 лошадиных сил есть. Димас, о, держи, держи, держи. Балунбой, здорово, как дела? Здорово.
Че ты пойти не можешь? Ай, боль, да. Это ты калиткой бьешь, что ли? Да, это я его фигачу. А, нормально, нормально. Это баллон больше, что ли? Че фифроза? Да как-то даже смертельная смерть. Ой, мгновенная. Да, очень. Так. Надо длину немножко веревки увеличить. Нормально, выживаем, пацаны. Да, мы еще не. Серега приходит, но. О, это что за натяжитель? Доводчик, что ли? Ну это такое, я не знаю, что-то придумал. Надо будет потом еще что-то прикольнее придумать. Так. Кто ж напишет в комментариях, ребята, напишите в комментариях, как нам сделать ворота в следующий раз. Из чего? Что применить? И мы сделаем. Да, обязательно. Смотри, аниматроник деревьев. О, пойдет, красавчик. Да. Вы на шоу талантов, вы прошли. Минута славы, давай, прославься. Да. Опа, идет. Идет такой, знаешь, силач, такой сильный, а калитку сдвинуть не может. О, звук прикольный. Ну не может пройти, Димон, он жирный кабан. С живота, что ли? Ну не знаю, я прям в кишках у него, что ли. Ой, что такое? О, нагастик. 46-й растоптанный. У тебя ступня, у тебя это, как оно называется? Сейчас вспомню. Ласты. Ласты, в которых водолазы плавают, очень похоже. У него это как его? В общем, какая-то болезнь стопы. Плоскостопие. Вот, да, я вспомнил. У него плоскостопие. Тебя в армию не возьмут, ты в курсе? Ай, задний. Ого, неожиданно, блин, прикольно, испугал. Ах ты бешеный плюштрап. А что за звуки тут странные? Пора тебя на суп пустить. Берем. Так, у нас, кстати, одной калитки нету. О, газовая плитка. Димон, она влезет или нет? Блин, нормально все. Как-то странно. Так плохо чувствуется. Так, ну неплохо, да? Ну, я думаю, можно убить такой штуковиной. Можно. А ну-ка. И вот что она висит, как сопля вонючая? У него скорость. Она тяжелая, да, сильно? Или те резинки от трусов растянулись? Надо 10 тысяч, Димас, скорости брать. Ого, надо отойти, то сейчас бешеная плитка меня убьет. Да не, Димончик, что-то не получается. Ой, что-то она совсем фиговая. Димас, у нас ускоритель вообще под землю провалился. А тебе не кажется, что я зафризил? А не. Че за баги? Короче. Здесь ты, Серега. О, ходит. Это Серега ходит! Я думаю, что за мишка шевелится? На! Придавили плиткой! Эта калитка, она сама, она, короче, выполняет еще роль охранника. Понял, не вас гасит еще. Короче, убийство плиткой включено. Телохранитель, короче. Нормально, тащим. Опа, лезет, чучело. Чего ты не пролезешь? Мы зафризили ее, офигеть. Нет, она не зафрижена, ты ее можешь башкой двигать. Ну, давай, у тебя жирная морда, ты сможешь. Не может. Что такое? Что, не получается? Ну, Сережка, вот тебе проход. Нет! Диман, вали! Я успел. Диман, с чем мы с задний ход идем? Ну, правильно, так и нужно. Сматываемся отсюда. Там все шипит и шумит. Ухожу. Диман, давай. Так, я тут лезу. А, ты уже сзади. Ты псих. Привет. Нормально. А куда мы лезем? А мы так это путешествуем. Ну нормально, хорошая пиццерия. Исследуем пиццерию, все ее плюсы и минусы смотрим. Иди, Димон, я посмотрю, чтобы сзади никого не было. Ну а как я пройду? А, блин. Толстенький такой. Ой, здесь эндерскелетище. Так, лезем здесь. Давай. Это не та же? Нет, это другая. У нас какие-то штаны мешковатые такие немножко. Растянулись, они дают мне на службе, старые приходится носить. Они растянулись, за что ты сюда гадил туда. Димон, отключи убийство плиткой. Блин, нам. Блин, а как нам пройти теперь? Ах ты же бакс! Нет, с плиткой лучше не шутить, она такая странная. Это жесть, Серега разозлился. Что не так с плиткой? Что-то с ней не то. Определенно. Димас, это ты сделал? Да ну да, он просто, ты видел, хотел убить тебя. Я думал, это калитка так сейчас сделала. Один выстрел был. Ну-ка, Димас, встань, тебя прихлопнет. А ну давай.
25 хп. А ну, подкинь меня. А, вверх? Да-да-да-да. Ах ты! Я увидел, но уже в последний момент. Нифига себе, так муху можно прихлопнуть, да? Так, смотри, что там танцует, что ли, брейк? А стекло-то бронированное. О. Блин, нельзя убить. А ну, Димон, выпусти меня. Я накажу. Да что это, лоурайдер? Я не успел! Димон, отомсти! Да, это жирный аниматроник такой. Жирный, говоришь, да? Да. Ой. Никого, никого, Диман. А, меня убили. Напугали. Меня конкретно напугали. Надо что-то брать. О, Диман, смотри, что будет, когда в плитку стреляет. Видать, у нее там сила такая. Оля, подожди, дай тоже возьму. Мне нравится. Она танцует. Ого, плитка мочит. Ну-ка, Серега, попробуй пройди там. Да вот он в окно смотрит на нас за марионетку. Вот он, вот он, вот он. Вот он, вот он, за стеклом. Ай, калитка бьет по башке. Димончик, смотри, справа. Ушел. Неплохо. Ух ты. Знаешь что, если он подходит... О, да как? Ты видел его? Да, он марионетку кошмарную играет. Не, я понял, кем он играет, но я его не видел. Невидимый стал. Щит. О, это что, мангел? Только мы какой-то крошечный. Ой, сам себе плитку увалил. Так, где он? Димончик, я иду, не убей меня. Иду. Нету никого. Он запрятался. Никого. Есть, ты убил его. У тебя получится только с 10-й попытки. Вот он бежит. Не-не-не, он тут не бежит, он крадется. Вот он. А, так ты этого закрысятничать можешь. Смотри, смотри, сейчас что-то придумает. Так, думает так. Если пацаны стоят там, а я здесь, надо упасть. Надо упасть и пропасть. Замечательные слова. Ты? Есть, убил! Убил? Конечно. Как сопляка. Блин, пойдем. Пойдем дальше убивать остальных аниматроников. О! Красавчик. Давай не будем сразу убивать. Попался. Пусть отлетит. Пусть отлетит сначала. Ну да. Посмотри, где тут позиция. Че это такое, это Фокси? Нормально? Ну да. Хорошая позиция. Позиция. Хороший? Да. It's okay. Ой, Димас, тут чья-то рука торчит сквозь стену. Иди сюда. Иду. Прикольно. Вот здесь вот рука торчала. А, это Серега. Вот когтяками своими тут. Вот. Попал в меня. Так, я не дамся живым. Ну и мертвым, Димас, давай. Где ты? Вон он, справа. Есть! Красавчик! Отместочка пришла. На, эндерскелету тоже в нос пострелял. Вот так вот. На, выходу тоже. Вентиляцию, терминалу. Эй, ты че тут... И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Angry Panda и Серега. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Вы поставили очень много лайков, и у нас карта пиццерия FNAF 3. Мы с Димоном охранники, а Серега и злая панда будут нас пугать. Здесь, ребята, улица, здесь очень много так. Комнат. Вот. Бонька сейчас светится. Просто рассматриваете, ребята, и все. Так. Отлично. О, смотри, здесь кто. Ой, блин, я испугался. Ты что тут висишь? Это костюм, это не живая. Так, игровые автоматы. Здесь детишки, наверное, играют просто. Веселятся. Все четко. Башка чики. О, гость, смотри, Димас, иди сюда. Иду, иду. А где ты? Вот, не туда, не ты обратно пошел. Вот. Так, так, дальше. Так, мы что у нас тут? Смотри, что впереди. О, красавчик. Здорово. Я тебя знаю. Ты так, хороший. А это вход, Димас, только мы вот с заднего входа шли, тут два входа. Классно входишь, да, прям так написано. Let's party. Она такая старенькая, Дима, знаешь? Да, она такая как-то пошарпанная, и такие потолки здесь стрёмные.
Ну все равно классно смотрится. Да. О, опа. Здорово, я тебя знаю. Ну что, мне Димон, кажется... пиццерию мы все показали или нет? Да, всю. Ой, тут еще куча вентиляции. Ну, мы не будем вентиляции пока лазить. Да. Пусть аниматроники лазят. А там куча просто этих... Так. Проходов. Мы забудемся. Бегает как у себя дома. Ну что, Димон, ты сделаешь свою фирменную дверь с резинками от трусов? Так. О, тут прикольные постеры. Ой. Кто там? Ты чё тут ходишь? Иди валяйся. Мне кажется, Димас тут немножко переборщил. Ого. Смотри. Да чётко. А если просто давить? Ай, у меня жизни тратится, что за говно? Если давить, то она вообще туда улетает, понял? Блин, надо, наверное, стопор поставить. Надо что-то, да, что-то придумать. Что-то она у тебя... Это, ого, это жесть, я ее боюсь. О, здорово! Кто пришел? Так интухи наши, один сквозь землю провалился. Их очень много. Куда он ушел? Так, давай-ка так вот сделаем. Во. Ну-ка. А, да что такое? Аниматроник, скажи ему. Умирай. Сваливай отсюда. Так, давай, вентиляцию пролазь. А он не может пролезть, он жирный. А-а-а, кабанидзе. Так, Димон, давай стопор нормальный, металлический. Да вот я ищу металл какой-нибудь. А, вот, нашел. Давай. Газовый баллон. А он не взорвется? Не должен. Вот так поставим. Что, Дима, знаешь, что надо сделать? Сейчас. Сейчас, Димас, надо, я силу уберу. А вот так вот. Ну-ка. Сейчас. Не-не-не, я сейчас удалю. Ты просто там запилил миллион, что ли, силы или что? Там сила максимальная была. Да что? Чё? Стой. Чё такое? Да вот что-то не так. А вот так вот. Да чё баллон такой конченый? Бей его, бей, Димон, бей. Все, ты не пройдешь. Нормально, в принципе, держится. Ага. Ты как в Терминаторе сквозь решетку не сможешь пройти. Ты не Т-900. Ты не жидкий металл. Ага. Ты твердый кусок аниматроника. Пластика. Все. Ого, у него зубясты какие классные. Челюсть себе ломает. Пролазить умеет. Не смогу, Димон. О, Чилипиздрик, ты что тут делаешь? Смотри, у нас форсаж делает. Ого. Биби, оно дамажит его или нет? А ну, давай проверим. Не, оно не дамажит. Не может, не может пройти. Пройти не можете, засранцы. Это жесть. Типа справа. Ах, я не успел. Воу, какой стример, блин, классно не учи. Надо новую дверь сделать, надо, я сейчас... А как ты в тот раз сделал? Сейчас сделаю. О, я пойду на крышу схожу, ты пока делай, сейчас я приду. Что у нас тут? Красиво. О, Димас, сейчас будет уже шикарно. Так, иду со всей силы к тебе. Вот так. А, там кто-то сзади. Да никто, ничего. Ух ты, ишки. Блин, просто за секунду не успел за дверь зайти. Вот, блин, печалька. О, ну вроде как нормально. Дубль 2. Ты чё пришел сюда? Ух, я обратно в пиццерию возвращаюсь. Я понял, с чем я прикол сделал. Надо мне веревку делать вообще не растягивающуюся. Так, Димон, я к тебе приближаюсь. Хорошо. Кто? Надо прям вот сделать так, чтобы оно было все идеально. Все, длина минус 500. То есть растягиваться она не должна. Димон, смотри, где я вышел. Сейчас. А ты чё в костюме аниматроника? Так обломобой вроде не кусается, он только свет выключает, да. О, теперь норм. Кусается своим... Кусается, да? Да. Он исчез. Я понял, как сделать нам дверь. Давай. Всё-таки допёрло до меня чуть-чуть. Сейчас. Где ж тут эти пропы? Надо взять доску больше, чем дверь? Во. Ого, это будет жестко. Не успел аниматроник, чуть-чуть не хватило. Не, пока что да. Ого, ты что там кряхтишь? Иди отсюда. Не кряхти. Да, уходи. Уходит, так, стоит. Он такой красивый. Так, сейчас я веревочки тут наделаю.
О! А ну, Дима, дай протестим. По жопе-то не лупи, ты чё? Жопу тебе влепил такого. Давай, заходи. Жесть, это дверь убийца. Да, ты чё, Дима, не нажимал? Ты дурачок, что ли? Ах ты же опаски. Эта дверь очень плохо держится. Да я уже понял. Вообще, ребят, делать двери в Гаррис Моде — это настоящее искусство. Да, особенно вот такие бабушкины калитки. Все, Димас, я теперь зажал, и она будет всегда закрытая. Все, я тебя не... Ой, сзади. Ах ты жопа. Пошел. Стулом ему в морду, на. Ты че, это он съел ее, что ли? Я его монитором сейчас побью. Так, смотри, он жирает все. Что-то говорит нам еще. На тебе. Димас, а кто будет сзади двери строить? Не знаю. Ладно, я вернулся. Ай, ты, а чё скримера-то нету? У нас здесь плюштрапы всякие бегают. Да он добрый. А чё-то ну, ускоритель опять как-то странно ведёт себя. Пойдёт, пойдёт, тащим. Смотри. Давай, сваливай отсюда. Кто будет тут ходить, я того буду застреливать. Не ходите здесь. Смотри, опять ускоритель что-то с ним не так. Да что такое? Ого! А что, так можно было? Бас, а как обратно вернуться в дверь? Ах ты, блин! Я сейчас хотел ее прострелить, Димон. Сейчас я верну ее. Я умею. Теперь двери с другой стороны. Так, сейчас, Димончик, запилю. Стой, стой, смотри. Не-не-не, уходи! Димон, я буду их отстреливать, они мне надоели уже. Они очень дерзкие. Куклы есть. Любите играть в куклы на Тронике? Вот там. Хорошо, дверь держит, пойдет. Так, эту куклу можно сюда. Ого! Ой. Сейчас мы тут немножко. Ого! Ребята, ставьте лайкосик за защиту пиццерии. Вот это жестяк. Пойдет, Димон? А, блин, через стекло нельзя убить. Оно бронировано, да. Это жесть, а что такое мощное стекло? Да я уже умер, я захожу. Понял. Так, марионетку убью. Кто тут бегает? Отойди. Вот это жестяк. Пойдем посмотрим, что там мы сделали. Пошли, пошли. Опа. Есть, да, один? Да. Оборона у нас хорошая. Простреливай стены, проверяя. Есть кто? Хорошо, Димон. Отомстил. Привет, друг. Все? Или еще кто-то хочет свинца получить? Аниматроники хотят. Где вы? Ты видел, крипер тут лазит? Ой, давай, все, заводи, мы проваливаем отсюда. Давай, Димон, садись. Знаешь, что я сейчас сделаю? А, они идут, быстрее, вертик! А, это котяра. Заводи. Да, блин, он не может быстрее заводиться. Вертик, заводи. Быстрее. Да ладно, не дал он, и вертик. А ты жопа, Лефти. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон Кэт Макс и Серега, и сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Ну что, сегодня мы с Димоном Покемоном будем аниматрониками. И, пацаны, выбирайте сразу от 1 до 5 левел, какой у вас будет сложность. Четвертый. Ой, так вы, конечно, зря выбрали. Ну что, четвертый левел, мы с Димоном Покемоном. Очень злые аниматроники, и все по местам. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Всё. Димон, ты понимаешь, что мы придется просто их мочить жестко? Да, Димас, я занял свою позицию. Получается, пятая сложность — не выживешь, а четвертая — практически выживешь. Так, все, началось, да? Да. Веселье. Хорошо, Димас. Так. Я, кстати, это какая пиццерия? Какого ФНАФа, Димас? Первая. Ох, так я в первый ФНАФ, Димас, прошел. Я знаю, как они тут живут. Проходил и не знает, какой это ФНАФ. Вот ты молодец. Ну, просто тут, знаешь, атмосфера, ну, такая, знаешь. Димас, ты меня видишь? Да-да-да, это просто же начало только.
Серёга. Где аниматроник? У нас электричество кончается. Уйди отсюда. О, Димон, знаешь, как это получается? Раз они выбрали четвертую сложность, как бы четвертая ночь. Что там в четвертой ночи было? Рассказывай. Четвертой ночи? Да. Проснулся Фредди, все аниматроники проснулись, и Фокси уже нападает с часу ночи, где-то так. Так, а у нас только пол первого. Фокси есть. Ха-ха, я понял. А что ты, Димас, чёрный тут? А, ну а чё я? Ничего, я не нигер. Кстати, вы играли в первый FNAF, Серёга, с это? Да. Это Макс играли. Левую сторону, короче. Ну, то есть вы знаете, да, как Фредди вас убивать будет? Да. Да. Макс, я правую сторону, ты левую держишь. Пошёл вон, я тебя увидел. я же так не нападаю. Упс. Застрял. Чё за говно произошло? Закрой дверь вот. Так, так, так. Короче, я вам даю подсказочку. То, когда вы клацаете по камерам, то есть вы заходите в планшет, вам нужно в первую очередь закрыть правую дверь, чтобы я вас не убил. Ах вы говнюки в гранатове. Уходи. Взрывайте. А, я понял, тут с опозданием они тпхаются. Уходи, ты электричество нажрёшь. Да чё он тпхается так? Карта маленькая. Тыщ, я постучал в дверь, они меня не открыли, я пошёл. Убийца бежит! Так. Кэтмакс. Всё, у вас по три жизни, у Кэтмакса две жизни осталось. Макс, ну как так-то, а? Димон, это нравится этот аниматроник? О, бабка. Ничего себе. Пошли, 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 пошли. Мужики, открывайте, есть сахар? Сахар есть? Нету сахара, соль есть. О, давай соли. Она не понравится, она большая, она крупная. Давай соль. Мне соль. Нет. Надо. Присолить там пару человек надо. Засолить на зиму. Хорошо. Я пошёл. Блин, не тпхаться здесь очень... Ну, неудобно. А ну давай от первого лица попробуем. Может, от первого лица будет круто тпхаться? Ай. Не, все равно не хотят. Ну, то ладно. С каждого пака по-разному тпхаться, я уже понял. О, смотри, кто к нам пришел, Кэтмакс. Все, я уже ухожу, у вас дверь закрыта. Закрыли. Вы не интересны, ребята. Так, Диман, пусть они немножко откроют калитки. Ого, кидаются. Вы смотри, какие наглые. Подарочек. Они мощные, ребята. Гостиниц на Новый год. Прошедший Новый год. Ооо! Есть! Есть! Красава, Диманчик, молодец! Ребята, ставьте лайк за РП. Или не РП, Диман? Я сначала шёл, потом начал ускоряться, они не успели закрыть к этому моменту. Красава, ну ты медленный чувак. Я вот так вот шёл, потом начал быстрее, а потом как молния. Ты псих, Мак, ты псих. Так, о, кстати, прикольно, аниматроник вот этот возьму. Куда идем? Тупой, нормально. А вот в это измерение, Димас. О, это измерение Зен? Да. А чё мы туда не идем? Это измерение воды какой-то. Измерение W. Так, ты, Димас, что за собачка? Уходите! А, блин, закрыли дверь, ну ладно. Ну все уже. Середина ночи, да, мне кажется, Димон, или нет? О, вы успели. Теперь пора жестко. Хорошо. Я знаю один способ. Они справляются. Не-не-не, сейчас они не справятся, есть один способ. О, Димас, ты им там энергию отключишь? Ну зачем ты спойлеришь? Да они нас не слышат, у нас это, разговор аниматроников между собой. У нас свой язык, понял? Пацаны, не видели тут охранников, не? Нет, не видели. Такие, один в черном плаще, один такой, как дурачок. Нет. А у тебя черный плащ, ты не он? Нет, я его съел. А ты одел его черный плащ? Да. Он а не какой нравится. У нас секретный пароль между аниматрониками?
Мочите его, предатель! Нет! Да! Мочи его! Так, теперь ты, секретная... Это тоже охранник, Димон, мочи! Помогай! Давай, да бегу! Вот он! Ого! А, меня бьют, Димон! Лазерный мечом по жопе! Что ты? Пошел вон отсюда! Да как, Димон, помогай! Я не могу! Не могу, Ай-яй-яй-яй-яй, уже считай полжизни! Я не могу выбраться! Серега, умри! На! Кэт Макса мечом убил! Лека меня! А, как убежать? Я вырвался! Откройте дверь! Что это тут? Дима спрятался кое-где. Я убегаю! Понял? Понял. Фу. Макс, открой, электричество скоро закончится. Так, надо посерьезнее взять. Так. Серега, что это у тебя за красный ерор какой-то? Давай что-то другое. До свидания. А вы чё шкатулку не завели? А у нас это FNAF первый, нет? В нашей серии есть шкатулка. Они, Дима, успели. Я, короче, стал напротив двери, ну, открытый. Они успели. Это Макс, у меня есть идея, когда электричество закончится. И что за идея? Есть сфера в FNAF и Мангл. В нашей части все есть. В нашей, да, у нас тут это, все аниматроники. Не-не-не, это очень жесткий мужик. Макс, я тебя догоняю, смотри. Сейчас я возьму кого-нибудь. Ты стоишь на одном месте, я тебя догоняю. Ты очень быстрый мужик. Это ты звук этот конченый опять издаешь? Да. Телевизор сломанный, да? Это и есть секретный пароль, надо вот так проскрипеть. Ага. Надо вот так вот уметь, да. Вот такие. Если они не умеют, то все. Уже 5 часов, ребята. 5 часов уже? А да. Чё могу исчезать? А у вас двери закрыты 2, и как вы выживаете? Черт. Нет, вот одно сейчас было закрыто. А, нет. Серега, меня видел то, что тут за углом стою. О, нет. Страшно. Опа. Услышал, да? Кто-то прибежал. Так я стою возле двери, я не буду нападать. Так, уже скоро 6 часов, а это значит... Фокси побежал. Я обманул. Это же четвертая ночь, тут все жестко очень. Диман, молодец. Я вас что, убил? Да. Ты какой-то псих, как ты это сделал? Я подбежал к двери, нажимаю хавать вас, а вы умираете. О, Диман, выходи на улицу погуляем, тут дождь идет. А, тут улица есть, давай. Да, вылетай. Я, Диман, с веселой походкой бегу, ты меня сразу видишь. Да-да, как дурачок, я вижу. О, а чё такая пиццерия маленькая? О, там же мужик лежит, давай еще покажем этого мужика. Ну, давай. Чё там с мужиком? А он смотрит в окно, отдыхает. Это мы его скушали, наверное, да? Ну не знаю. А прикинь, напротив пиццерии с аниматрониками жить, и ты все время. Ну, так он и умер из-за этого, его убили, то, что он все смотрел. Ну да, наблюдателей не любим мы. Мы его скушали. Так, Димон, два надо одновременно напасть с двух сторон. Ты слева, я справа. О, они застроились! А чем? О, я могу ломать их, не эти калитки. О, энергия села, Димон! Димон, я чекаю калитку, я никого не пущу. О, они тут эти, Fortnite. О, Фредди бежит. Привет! Фредди, а куда тебе, а зачем тебе сюда? А я в кухне. Так. Мы покушаем его? А он неправильный пароль сказал, он сказал какой-то скрежет. Что за пароль? Ну да, ничего-то не то. Но никого не пускаем. О, что-то скрипит. У него ноги как будто не подлежат его, короче, понял? От первого лица буду играть, так лучше понюхаю, видно. Понюхаю. О, Фредди еще один идет. Понюхаю, это Фредди, только он наш. Но он от нас что-то убегает, какой-то странный. Фредди, не знаю, да, он странный. Опа. Да, смотри. Опа, это спалился, он это... Есть. Очень много поддельных Фредди, ты заметил? Фейковых, надо как-то проверять всех. Я в основном, знаешь, только Фредди поддельный, остальные все нормальные. Ого, а, то на улице гром гремит. Так, тут братишка мой ходит, стоит. Я пошел дальше, опа. О, еще один Фредди. Привет. Привет,
миссис Чика. О, Фантайм Фредди. Как ваше здоровье? Хорошечно. Ну что, Димас, мы кто? Мы победили? Все, давайте, пацаны, выиграет сильнейший аниматроник. А кто проиграет, тот слабый аниматроник. Одного уже съел, Димас, я. Одного уже сожрал. Понял, понял, понял. Ого! Еще одного сожрали. А, ладно! Блин, да я испугался! Ехи, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ступайте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!